Виват. Такой санаторий. Моршин. Уютный, небольшой. 3 этажа. 40, наверное, 40 комнат где-то так. Хороший. Свеженький ремонт, еще все свеженькое, небольшой. Вот заходим в номер. Номер тоже небольшой, компактный. Но все еще свежее. Шкаф большой, полок моря. Холодильник в шкафу спрятали. Этот самый что самое главное, матрас толстый, хороший матрас, не такой, что на доске лежит под одеяльник или полотенце, и полностью санузел хороший, новый, еще не затяганный. И люди бегают, убирают. Вот такие-то дела. Ну, трехэтажный. Ну, мы на 3-м этаже. Небольшой балкончик, но сейчас постольку-поскольку нужен. Все металлопластиковые двери, окна. Все, сушилочка на балконе, вид с балкона, вроде как не на проезжую часть, но чернобрысы, не где, чешу. На всю длину моршина чернобрысы, аж до конца, от начала до конца. Ты наш зупин.